Юху, всем привет, с вами Енот, с вами Сталкер, и мне надо уничтожить бандитов. Почему они висят? Что это за квест? Так, это тут. Встретить провожатого. Ну, давайте встретим. Так, у нас есть небольшой запас. Бандитская куртка. Ну и все, и начинаем наше путешествие по поиску себя. Так, артефакты там больше не прыгают. Радиация нам нынче больше не страшна. Поэтому бегаем как хотим. А, я же хотел военную базу взять. Ну хотя, куда я возьму военную базу за дробашом, скажите? Может, еще на легкой сложности мог бы. Провожатый, это ты? Подобраться... Тихо там, главное. Так, и чем мне теперь? Встретиться с провожатым. Пробраться куда? Пересечь железную насыпь. Ну, пойдем. Сложного здесь ничего нету. Бросаешь, идешь. Да не пищи, я знаю, куда идти. Да не пищи, все хорошо. Господи, как страшно. Что? Почему он бьет меня тут? Она, наверное, двигается. Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лисом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Окей. Даю координаты. Да, долго не продержится. Да, я сам долго не протяжусь. Взял себе броню, покоцал. Да кто ж знал, что она двигается-то? Кстати, а где? Тайник не здесь. Ну ладно. Есть жмур. И человек. Возможно, скоро будет еще инжимур. Лис. Привет, как жизнь? Почему ты жив? Пистолет покупать не будет, ладно. Там у тебя товарищ сдох, я пойду его полутаю. К сожалению, жалко, что убрали логику. Оборовывание. А, вот он. Под крестом. Ну, крест мы находили. Что там неизвестно. Просто так часто... Господи, ты напугал меня. Вот так-то другое дело. Солдафоны.
что такое здесь лис? Ты загнешься. Не за хвост собачий. Эй, кто-нибудь. Тихо, я проверю все. Помогите. То не дай бог она опять нападет. Где ты гавкаешь? Пусто. А туда я могу попасть? Нет, интересно. Через крышу только. Да-да-да, я иду. Только вот о тебе и думаю. Удачно прыгнул. Выручайте кто-нибудь. Патрон каких-то набрал интересных. Дробаша? И все, и пистолет, и дробаша. И пистолет там мне больше не нужен. Ладно, чувак. Я нашел аптечку, так что... Радуйся, тебе жить. Да, эй, ну, держи. Кто-нибудь! Че там? Так, теперь я все вспомню. Так, теперь я тебя внимательно слушаю. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им все последнее время заинтересовались? Ну, сказать, что я его лично знал, так, совру, не было такого. Опыт общения, правда, кое-какой есть. Как-то его группа моих ребят обстреляла, никто не пострадал, они явно других ждали. Так что дальше разошлись мирно. Ай! Собака. Стой! Внимание! Господи, я же не дочитал, что там было. Да ладно. Все, одолели тварей. Извини, браток. Я тут человека одного жду. Блин, ну. Ну, блин. Как так можно было? Ну, у меня в ПДА должна быть история, но она не закончена, наверное. Вот. Никто не пострадал. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. Серый мой брательник сейчас в ангаре на свалке. Я тебе скину координаты, пообщайтесь, он на стрелке больше знает. На выходе поосторожнее, там компашка бандитов обосновалась. Кстати, тут за мной мутанты гнались, и не думаю, что они угомонились. Не поможем мне их отстрелять? Раз, два, и дело-то. Господи. Так, стоп. Я не могу ставить вот этот тайник без дела. Давайте я попробую все-таки победить. Солдат. А в чем проблема-то насыпь пересечь? Ну, пересек я, и чё? Понял. Могу перепрыгнуть? Сколько их тут? Уже лимоночку. Один отлетел. Гранату кидай, давай. Собака, а?
Получай! Может, ты приплыл? Давай, давай! Собак. Так, чё у меня по аптечкам? Ещё есть, хорошо. Ай! Все, остался один. Еще двое? Неправда. Тебе конец. Ты можешь помереть, да, пожалуйста. Так, хорошо. Так, темп стрельбы. Сейчас. Опции управления. 0,9, да? Автомат по одному. Ух ты ж. Ты приплыл! Черт! Получай! В минус! Собаки, а? Стой! Да хватит меня пробивать. Ой, ой. Стой. Я рядом был. Я был рядом. Нет, в принципе, их вынести реально. Я просто хочу их убрать отсюда. Обжиться калашом. И жить спокойно. Но с пистолета их нереально брать. Да из дробаша их почти нереально брать. Если пуля шальная, так взлетит. Ага. Ну, то есть, с одной стороны, могу пройти без жертв. Минус. Зря, да, надеялся, что его так убью. Ты приплыл. Я пошел, прикрывай. Убью. Прикрой меня, прикрой. Пошли вон все. Все, ты труп. Пристрелю. Минус. Давай. Шальная пуля, если прилетит, вам кирдык, поняли? На, получи! Кровотечение. Идёшь, сволочь! Прикрой, сейчас я этого гада... Ну давай, сними меня. Всё, ты труп! Тебе конец! Да я-то прикрываю. Ха! Жалкий гринго. Чем мне нравится, в сталкере заряжается один патрон. Во многих играх просто два меняется и все.
Привет. Сколько у меня бинтов? Нормально. Броньку, конечно, жалко, но что делать? А? Ну, а еще не бежит, хорошо. Но! Ха-ха! Все, друг, ты один остался. Так, ноль. Все, остается только собрать все. Где ты? Где он? Собаки. Разрядить. Блин! Чё ж ты умереть ты не можешь? О, улучшенный пистолет. Так. Ну, пистолет надо будет проверить, насколько он лучше. Как, господи, как ты бьёшь-то? Наконец-то! Может, к Сидоровичу забежать все равно еще? Так, этого мы сняли, по-моему, просто обстреливая. Так, стойте, вот у нас есть пистолет с глушителем. А есть улучшенный, который... Блин, на что, на глаз смотреть, что ли? Ой, фора. Тут будет фора. Разрядить. 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 Все, чуваки, я открыл проход нам здесь. О. О! Конечно, броньку покоцал довольно так неслабенько. Сюда теперь ходи не хочу. Ну, калашников-то мне по-любому пригодился бы. Так, и чё я понаходил тут? Два тайника. Давайте я забегу в тайник, потом к Сидорюге. И пойдем дальше. Да, я понимаю, что мы страдаем фигней. Так, вот и креста. В целом я мог бы и тех военных завалить, которые в начале самом. Давайте, кабанчики, я не трогаю вас, вы не трогаете меня, окей? Окей, говорю! Каменный цветок всего лишь-то. Ну, медуза, то есть. Я могу грохнуть еще вот здесь всех ребят. А давайте. Чем душа не шутит? Завалим их. Здесь есть кто? Только жмуры. Только жмуры и свои. И видно, капитан то, что умер, я никого не могу теперь обшарить.
этого использовал. Жалко, что ничего нету. Зачем я хочу бить всех вояк? Не знаю. Чтобы они не бесили меня. Да, вернусь я еще на квест. Спешите. А, ну здесь я был. Дропаем. Так, к деревеньке я почти дошел, пойду грохну военных. По крайней мере, попытаюсь. Хуже-то не будет. Так. Да. Хуже-то не будет. Как с этого убить-то чё? Да нереал. Пока у него прицелов нормальных не будет, стрелять с этой фигни против военных — это просто жесть. Ладно. Продам все лишнее и пойду дальше. Хотя грохнуть военных было бы прикольно. Ну все, сейчас это сделаю, пойду захвачу вот этот тайник. Он как раз под этим, блин. Здесь обойти могу. А здесь ближе. А обнаружен инвентарь недалеко там. Господи, давай. Слышь. Спецзадание есть. Продай. Продай. Че я тебе могу купить? Что мне нужно? Аптечки не нужны, бинты не нужны, энергетики только если. Энергии, наверное, 1400. 150. Ну вот на эти... О! Я вообще думаю, что-то навара нет. Обидно. О! Пистолет мы еще найдем получше. Мне какой-то другой свет влез, если я вижу его, я вспомню название. А пока... Так. Вот, теперь 1000 рублей хотя бы. Рубасиков, дорогих мне. Торговать. Неплохо. Вот так бы всегда. Ну да, купил у него энергетики, а сам пошел. Все, дежавю, я здесь пробегал. Продолжаем наше странствие. Ага, рядом. Ох ты ж. А, думал, я тебя не замечу. Так, к сожалению, как тут не ищи, толку не будет, пока ты не добьешь своего. Эх, 6. Понял. Какая-то. Не буду рисковать и без того с покоцанной броней. А, с этой стороны не могу пройти. Ладно, сейчас цепанем артефакт. Ну или что там хранится у него.
гопник где-то был. Так. Не смог, ладно. Я пытался. Ребята, извините, конечно, но вы трогаете мой тайничок. Пошел вам! Вот он. Что-то в ней улучшено. А вот только что? Вот в чем вопрос. Вот видите, он покоцан, у него уже падают все параметры. 10, 10, 14, 9, 9. Вот что плохо. Как прочитать, что в ней улучшено? Ускорение метаболизма. Знать бы, что это значит, выносливость, восстановление или что. В целом все, я могу отсюда уходить, а нет, вот по пути еще тайничок. Хорошо, рванули. Все, не трогай меня, я не трогаю тебя. Меня кабан напугал. Я ему говорил, уйди, уйди, кабан. Он же нет, он же говорил, я кабан, я могу все. Молодец. Вот он был нормально, он убил меня и побежал оттуда. Так бы все поступали. Так, что там нам дальше куда-то сюда? Вон собачки. Собаки самые наглые, их просто толпой нападают. Пистолет один нормально не пуст. А, у меня же теперь другой. Так, а это кто такие? Ребята, я, конечно, не хочу. О, здрасте. А кто у вас там? Только не говорите, что здесь где-нибудь. Ух, не здесь. Ух, штанички я люблю, а вот возвращаться нет. Надо все же взяться. А где она? Да ща упадет. Что, пойдешь? Радиация, падай. Да ладно. Что, блин. А, надо было сохранить теперь пробега. Да ладно, черт. Жгрил он наглый. Там парочка жмуриков валяется. А я не помню, где тайник, я ж подошел, он пустой был. Либо там еще есть. Блин, обидно, вот сталкер, да, нужно часто сохраняться. Нет антирадина. Почему, кстати, почему он не вывелся? Или он не так быстро выводится? Это все. Все, лиц отстреливается. Кто где? К счастью, где-то отсюда. Да, вон чувак шарится. Че, нормально все?
нормально. Ему вообще хорошо. Где-то тут валяли жмуры. Вот они. Нету. Так, все, теперь мы что говорим? Проверяем, чтобы тайники не появились. Тайник появился по дороге, вот смотрите. А еще написано. Недалеко от поста скинул рюкзак, надо поскорее забрать, пока командир не перевел нас в другую локацию. Спрятанные вещи скинул рюкзак, надо поискать. Куда скинул, непонятно. Так. Ну, если этот, то он пустой. А где он скинул рюкзак? Какой рюкзак? Где? А еще и аномалия, классно. Стойте, я хочу понять, какой рюкзак скинул. Ай, плюс. Ну, наверное, только вот этот, но и он пустой. Походу вариантов нету. Вот, я прям на нем стою. Хм, да, это он. И он пустой, у меня игра тупо. То есть он тупо хочет забрать рюкзак. Молодец. А ты подави своим рюкзаком сам. А мы бежим дальше. Собачка, серьезно. Не зли меня. Привет, жмур. Шанс мой? На, это свои. Привет, ребята. Опа, кого-то бьют. Ну ладно, маслину поймал, не страшно. Дай ему прикурить, я пойду. Так, господи, иди наверх. О. Ты труп, мужик. 200 здоровья, ну так у меня есть. Все это продадим куда-нибудь. Там один есть. Все. Изи катка. Ну, как говорят. Черт, что-то дофига всего набираем. Че, по весу? По весу подходит к концу. Да. Калаш стоит дешевле выбросить. Классно. Разрядить, выбросить. А гадюка пусть будет 1100. Да понять, что опять много весит, и от этого избавиться. Да. Патрон на калаш мало, возможно, вот этот автомат не поможет.
Он чем полом? Полома не весит больше? Да ладно. 0,5 килограмма независимо. Хорошо. Сколько ты весишь? 3 килограмма. Чем я захламился? Я даже не знаю. Пошли в другую локацию. Бабки, артефакты гони! Быстро, мой придурок! Да нет, у меня ни денег, ни артефактов! Гони бабло или бошку отстрелим! Ничего нет, не стреляйте! Хорошая бы была попытка, да? У меня ничего нет, не стреляйте! Гони бабло или бошку отстрелим! Чуваки, да я пустой! Офигеть их тут! Артефакты гони! Быстро, мэм, придурок! Я куда вообще попадаю? То есть его вальнули все равно. Внимание всем! Говорит без ремонтера Бетонитов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил. Да, бесполезно. Как же его спасти, этого гада? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов. Гони бабло или бошку отстрелим. Привет. У меня ничего нет, не стреляйте. Это бандиты, помоги. Привет. А я думал, вдруг поговорить можно. Хорошо. Артефакты гони! Быстро! Это бандиты! Помоги! Во! Спасибо, друг! Я твой должник! Конечно! Куда я еще так попаду-то? Спасибо, друг! Ты мне очень помог! Я этого не забуду! Внимание всем! Говорит бес, командир отряда нейтралов! Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники! Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Угу. А что здесь происходит? Мы пытаемся очистить свалку от бандитов. Сейчас мои друзья неподалеку ждут рейд бандитов, чтобы остановить их. Если бандиты станут контролировать эту свалку, то ни для кого не будет прохода вглубь зоны. Поговори с нашим командиром, он тут рядом на кладбище машин со своими бойцами стоит. Я сейчас к нему, можем пойти вместе. На встречу. Булка, патроны. С глушаком. А вот это плохо уже. Стой, я здесь. Тебе придется прикрыть. Разберемся. Так, стойте, что можно повыкидывать? Выбросить все. Выбросить. На пистолетах сыт не будешь. Так, по мелочи. На черт. Есть что, нету. Итак, мне нужно пойти налево. Здесь свалка, узнать у серого стрелки, поговорить с бесом и так далее. Теперь придется прикончить одного красавца. Он у бандитов один из главных. Недавно бандики его приказали. А это что еще за квест? Темная долина. Маловато. А чё, других нет? Да. Угу.
Там какие-то разборки. Здесь можно увидеть артефакты прыгающие, если так присмотреться. Ладно. Давайте поможем бесу и на этом закончим. Ух, едите тут трупиков. Да-да-да, сейчас гляну. Буду чисто на артефактах зарабатывать. Ну и на продуктах. Так, а где тайники? О, сбоку мне как раз то, что надо. Кладбище брошенной техники. А снизу ничего не появилось, да? Нет, появился собака. Когда там загрузят видеть какой-то... Ну, будем возвращаться, заглянем. Просто так я больше намеренно туда не побегу. Ладно, чувак. Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитская тройка пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили, остальные братки отступили. Но вот явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроим засаду. Они пойдут со стороны Ниагропром. Запад. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, я помогу. Отлично. Открывать. И чё? И какую засаду мы им устраиваем? Идут! Они идут! Да? Отлично, мужики! Выдвигаемся на позиции! Пошли. Ну, есть хоть... Всем занять позиции! Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка! Ага, идут. Слушай! Где? Ты когда успел здесь залезть? О! Здрасте. Когда он успел меня обойти? Что, провалено? Идут. Ну да, реально надо поближе их подвести, чтобы грохнуть. То есть без разницы, что я не делаю. Надо с другой стороны, значит, идти. Где ты? Ой, черт! Ребята, вас мало осталось. Так, кто там еще живой? Как в кино. Да, что-то я фигней страдаю. В общем, нужно убить только одного. Он нас палит, и подобраться к нему просто так нелегко, потому что их дофига тут.
господи! Вы видели? Ты мне чё в спину фигачишь? Нет, тоже не реал. А чё с того бока их дофига, вы видели? Это вообще жесть какая-то. Это бага, не бага? Что это вообще? Все, убили. Остается пережить остальную волну. Так, хорошо. Хорошо бьет, слушайте. Но это мелочь. Стой, не умирай, мне надо у тебя награду получить. Чувак, ты где? Ты вот знаешь, что тебе умирать ни в коем случае нельзя. Меня бы кто прикрыл? Черт, хорошо прилетело. Ага, вижу. Хе-хе. Фу. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. Мы. Я одолел. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Возьму. Держи, спасибо. Спасибо, так, я достаточно много знаю, чем могу поделиться. Спасибо, мне вообще ничего не надо. Ну, пока. Так, теперь мне надо посмотреть все, что тут валяется. Это мне нужно, 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 ну пусть будет. Эти жмуры уже здесь были, да? Капец. Все патроны. Ну, короче, да, здесь... А, блин, браток. Артефакт. На, браток, как же тебя так угораздило-то? А вот самый батька их. А? Еще идут, ребята, идут еще. Ай! Сколько вас там еще? Не всех замочил. Два выстрела, это хорошо. Два. Еще один где-то бегает сзади. Я тут одного вальнул. Быстро! Обходи, обходи эту шелупонь! Ты вам все! Еще двое, фига себе.
царапы недоделанные! Черт, плохо дело. У тебя был шанс. Ты мог все это остановить. Все эти бессмысленные смерти. Не мандражуй, пацаны. Обходим. Бей. Ты вам всем. Бей. Сколько там еще их, а? Где-то я артефактик видел, вот он валяется. Тихо. Так, что мы имеем? Бронька покоцанная, ужас. Где еще? Ой! Ха! Пацаны! Да тебе уже не помогут ни пацаны, ни никто. А, я что, еще и этого грохнул? Ема! Артефакты же. Или показалось? Нет, артефакт. Стой! Стой ломать! Ну что ж, давайте на этом закончим. Я попробую их достать в следующей серии. Пока, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.